Да ладно, я на камень не могу запрыгнуть. Что? О, запрыгнул. А мы временчику ставим или как? Нет, оттуда мы уже начинаем отстраиваться пока. Ну, мы с тобой будем делать... А мне гости прилетели. Терик 25. Привет, Терик. Хорошо. Так, где Карна, зараза? Ладно, я за металлом. Твою ж дивизию опять подфартило. Опять у меня Карна в деревьях. Правда подфартило. Ну, мне кровать тут стоит, а этот сам, вернее, там стоит, а этого пока так. Да мне главное сейчас металл набрать. Так, ну, вроде как за мной он не бежит. Ты скажи, мы будем двухэтажно что делать, да? А это уже как хочешь, все в твоих руках. Ну, наверное, да. Сколько ты там этажей навырастаешь? Ух, ёпрс, это два Карна, понятно. И ты бы это ящик поставила бы, куда я бы скинул тебе это ресурсы. Ладно, ящик, у меня нет ресурсов, мне нужна солома, ля-ля-ля, сейчас как-то сделаю. А ты набрал металла? Да. А, ясно, ты для кого-то бьешь, могут. Так, нам сюда может Карна прийти, так что аккуратней. А посредине, потому что еще стен нету, кинь, а то мне на фундамент там чуть-чуть не хватило. Я сейчас поставлю стену. Ага, поставлю. Ты только не только фундамент, но еще и этот верстак сразу ставь. Топор ремонтировать. Верстак нужен слиток металла. Я тебе сейчас печь поставлю, подожди. Да-да-да. Да-да-да. Так, а что у меня здесь? Здесь у меня... Вот так вот я сделаю. Пускай будет. Thank you.
топор скоро сломается. У меня скоро сломается топор. Так, поставила печку. Металл должен быть там у тебя. Да, сейчас металл. Так, а где мой камень? Добываю. Угу. Мне верстак нужен. Да, плавится мазь. Я вот металл плавится. Ну, то, что верстак плавится, это круто. Мазя, ты не спокойно. Слиток металла. А, нет, что, сбегать? Все, тогда ждем. Ну, ждем тогда все. Так, ресурсы у тебя есть. Угу. Когда я говорила, меня не слушали. Рыбка, 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 рыбка. Рыбка, иди сюда, рыбка. Да, блин, рыбка. Рыба, иди сюда, зараза. Ох, ёп. Корне бабай. Вылезай, зараза. Ну, вылезай. О, есть контакт. Люблю, когда они... Люблю, когда они вылезают наружу. Ну, давай, все. Во, молодец. Дорогая, с тебя должок. Смотри, что я тебе принес в костре. Рыбка. В костре уже? Ну, я угадал, на самом деле. Ага, это ты откуда столько взял? Да, это вот хитрость такая. Эти скаты плавают. Вот, если их согреть, они вылезают это, на берег. А когда они вылезают на берег, они умирают. Вот я и собрал. Ух, я там сейчас еще мясо привезу. Обалдеть. Ресурсы, да, забираю? Да, да, забирай ресурсы все. Пока отсюда коли я ничего не убираю, пускай будут. Так, а утащу, да, утащу. А, пускай здесь две кровати стоят, да? Ну, на всякий пока... случай. Да, пока пусть там стоят. Сейчас я здесь поставлю уже. Сейчас. Какой здесь мегалодошка симпатичная плавает.
коричневый. Сейчас гляну, может быть, направилась уже. Ты уже приехал? Это прикольно. Ага, ты строишь не из S плюс, да? Ну, вообще-то мне еще далеко до S плюс. Ага. Подожди, там же S плюс должно быть. Ты о чем? Внизу, посмотри. Уровень у меня маленький. Тут дело немножко в другом. А, я вижу. О, я сейчас дверь сделаю. О, я дверь сейчас поставлю другую, которая будет смотреться. Вот. Ты когда вот, изучаешь спасибо. Какие-то и постройки... Следующий. Кстати, информация для всех, кто нас смотрит. Когда вы изучаете какие-то постройки, если есть... грамотный, хороший мод S+, да, для построек, то там просто надо кликнуть мышкой, и он в самом низу находится всегда. Все моды находятся всегда внизу. Вот, просто надо это, что вот, требуется, да, изучить ступка и пестик, и будет у вас открыто. Требуется изучить плавильная это, печь. Все. Просто, как видите, 0 очков инграмм. Вот, все это дело требуется. Вы просто это дело спокойно изучаете. Вот и все. Я сейчас поставлю ES Crafting Station. Да. И обычный верстак. Сейчас. Да. Молодец. Пролезла чья-то кровь. Давно пора уже. А то двери приходится открывать, закрывать. И верстака нету. Вот верстака нету, кровати нет, верстака нет. Что за ужас, а? Слиток металла. Сейчас я еще за металлом схожу. Надеюсь, что вернусь обратно. Короче, верстак поставлю. S Crafting Station. И что я тут еще изучила сейчас? И S Smithy, правильно? Это все, там все у них разное. Да. Обычный оставляй. Да? Да. S-Smite это и есть верстак, этот плюс, это просто S плюс верстак, а этот обычный. Но верстак лучше оставляй обычный. А металл я сейчас еще принесу, чтобы у нас запас металла хотя бы был. Я просто не вижу этого. Никого не вижу. А, вон она, Карна. Вижу Карна. Так, бегунок от кого бежит, неизвестно. Ура, дверь открывается и закрывается. Вот что отлично. Значит, модовская дверь. Да. Так, ты сейчас. Ты как-то не мог привыкнуть вначале, а потом наоборот хотел, чтобы она была. Угу. Так, подожди. У меня сейчас... Хорошая встреча с Карном будет. Не знаю, вылезет он, не вылезет, но пока добываю. Жалко металл оставлять. Все, выматываю.
помнишь, да, там косяки мы с тобой закрывали, это она автоматически закрывалась не вовремя. Да, ну, всякое, да. Так, тебе... А, ну все, я-то тебе сюда в S-крафтинг и скидываю ресурсы, если что. Без красок, хорошо. Да. Так, что Ну бы вот мне я уже еще... крашу, я уже буду делать, которая модовская. Сейчас Ай! сделаю. Опять дверь. Блин. Ты помнишь, да, опять с дверью косяки? Вот. Да. Что за бред? Так, Чего? а ты этот поставила верстак? Да, он стоит все. Все, сейчас я добью топор. Ага, ну вот и добил. Вот сюда нормально, а вот оттуда его ненормально. А, и... Так, что тебе сюда надо? Кожа и слиток металла. Сейчас у меня вот остался слиток металла. Сейчас тебе кожу. Ну все, починяй. Чего сделай? Подчинять? Починяй. А, Все готово. подчиняй. Забирай. Там какая-то ступка писек, сейчас и новую поставлю тоже. Не, новую не ставь. Ставь это ступки и пестик. Вот эти вот на это ставь этим. Стандартные. Прочные. Да. Это S+ мне понравилось только в том, что он постройки и все. А остальное мне не особо. Такие недоработанные, вот как с дверью. А вот ты там ешь уже. Кожу добываю еще. У нас мало кожи. И помни, кожу лучше всего добывать топором. Ух ты, сколько у нас еды-то здесь. Так, а что, мне тут ничего нету? А что должно быть? Ой, много-много всего. А именно? И шкафы. Как? Было бы замечательно. Ромашка. Закончить. А, мы показали, что мы начали, что мы работаем, добываем. О, подожди. Нет. Нет. Не уходи. Не уходи. У тебя плавник классно торчал. И такая должна быть музыка. Тут, как в этом. А, это не плавник, это хвост даже торчит. Вот зараза какая. Мегладошки, я здесь. Ой. Раз, два, три. Три мегладошки, обалдеть. Мегладошки, я здесь. Мегладошки. Ну и чего? Привет, парни. Нет, общаться они со мной не хотят. Понятно, значит, я несъедобный. Ну что, я так думаю, можно будет на этом запись закончить. Вот. Мы вроде как развиваемся, все хорошо. Вот эту территорию мы водную заберем под себя. Здесь у нас будет мозазавр. Здесь у нас будут эти водные. И не только, новые динозавры. Сходим мы на них на охоту. Попытаемся их приручить. Посмотрим, где они появляются и все прочее. Ты как считаешь? Ну, короче, здесь есть что делать. Здесь и лес будем осваивать. Он не упомянул, но я упомяну. Будем там строить базу, и будет уже он строить базу.
На деревьях у него луч получается, у него вообще нет опыта. А я мод поставил, не переживай. Вот, ну, короче, мы тут все постараемся освоить. Мне тут больше нравится. Я вижу, что тут хорошее. Хорошо идет опыт. Интересно. Ну, короче, интересно. Все интересно. Все мы покажем. Да, покажем мы все по максимуму. И строить будет у нас ромашка. Вот, ромашка. Эть. Ой! Я забыл! Я забыл! Это я был! Я забыл! Я потом отключу! Не переживай, я забыл! Ты меня ударил. А, я нечаянно. Все видели. Он меня ударил. Нет, я на паузу в это время ставил. Никто не видел. Не было такого. Мась, ну серьезно, хары меня ну, бить, а. Что за выражение? Убери. Ужас какой. Ну ты опять меня ударил. Убери ты свою какашку. Тыкалку. Тыкалку, вот именно. Ну ладненько. Всем пока-пока. Да, пока-пока. Оля. Ужас. Вообще, все, ничего не знаю. Фу-фу. А ничего больше потыкать нельзя? Тут... Все.